Станислав Лакоба. Крылились дни в сухом кале. Описание белым будущей речи человечества поразительно перекликается с высказыванием известного историка-этнографа Мачевариани. Звуки абхазского языка так резко отличаются от звуков индоевропейской семьи языков, писал он в 1913 году, что можно изучить этот язык прекрасно, вполне овладеть духом и свойством его, но все-таки произношение его так и останется варварским. Язык абхазский гибок и звучен. Как грозные звуки природы, так и мелодия тихого дуновения ветерка, журчание ручейка, горе и радость, гнев и ласки, глубина страсти и нежность находят в этом языке свое полное выражение. С характеристикой речи, открытой Андреем Белым, созвучны и стихи Виктора Стражева, посвященные абхазам. Взял он дремный шепот листьев, у змеи он взял шипение, взял у птицы сладкий щебет, у цикады стрекотание, у ручья певучий лепет, ими речь свою украсил, и в гортанны влил их говор тот, что вынес издалека. И еще об одном интересном примере. Переправляясь через бурную реку в Гзыбском ущелье, Стражев сочинил шуточные стихи. В зыбке над бзыбью зыблюсь, миг я в бзыбе урыблюсь. Зыблюсь над бзыбью в зыбке, понравлюсь ли бзыбской рыбке. Тему «Река-речь» продолжила и Мариетта Шагинян. Подъезжая к Гагре в 1928 году, она писала: «На редкость красивые абхазы в башлыках. Весь прибрежный отрезок от Гагр до Батума пересекается перпендикулярчиками быстрых горных рек, названия которых звучат как тщетные попытки остановить бегущего. Бзыб, Псол, Хепста, Гумыста. А большие полноводные реки отзываются урчащей, медленной водяной массой – Ингу, Кадор, Рион. С самой неожиданной стороны взглянула Шагинян на абхазцев. Речь их поразила ее. В пятницу, 12 октября 1928 года, после посещения Совнаркома Республики, она внесла в свой дневник: «Лакоба, Нестор Аполлонович, абхазец, стоит во главе Абхазской Республики. Это небольшого роста, глуховатый, как я, человек. Он напомнил мне почему-то ацтека. Это впечатление схожести с ацтеками, умирающие от изолированности гордое нежизненное начало расового типа, потом усилилось и на других абхазцев. И кроме того, их странный язык тоже напомнил мне странную речь ацтеков. Жойквара, Монтецума, Папакатанепль, Псуа, Схне и так далее. Потом лучше подберу схожие, сейчас устала думать». Что это, буйная фантазия или интуиция? Абхазы, ацтеки? Правда, в современной лингвистике есть мнение, что абхазо-дыгские языки наиболее близки к китайско-тибетским, хатскому, баскскому. А как же с ацтеками? Еще немецкий кавказовед Деэтерс предположил возможную генетическую связь абхазского с американскими языками. А современный исследователь Климов говорит, что американоидный облик абхазского языка особенно бросается в глаза. Но имеется в виду не Южная, а Северная Америка. Причем наиболее многочисленная общность абхазо-адыгских языков наблюдается с языками цимшьян-чинук Тихоокеанского побережья Канады и США. Вполне возможно, что парадоксальное на первый взгляд восприятие Шагинян
послужит в будущем толчком к еще одной гипотезе. Воздушную мысль Белого о будущей речи более четко определил Мандельштам. Конечно, независимо от Белого. В 1930 году Осип Мандельштам был в Сухуми. Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа. Здесь каждое слово начинается на «а». Язык абхазцев мощен и полногласен, но изобилует верхне- и нижнегортанными звуками, затрудняющими произношение. Можно сказать, что он вырывается из гортани, заросшей волосами. Боюсь, еще не родился добрый медведь Балу, который обучит меня, как мальчика Маугли из джунглей Киплинга, прекрасному языку Апсна. Хотя в отдаленном будущем академии для изучения кавказской группы языков рисуются мне разбросанными по всему миру. Фонетическая руда Европы и Америки иссякает, залежи ее имеют пределы. Мандельштам предостерегал мир и восторгался по-прежнему древней Абхазией, ее народом, связанным чуть ли не родственными узами с небом, горами, деревьями, реками. Слава хитрой языческой свежести и шелестящему охотничьему языку слава! — воскликнул на прощание Осип Мандельштам.